Станичники Анапской не согласны с застройкой парка. Комиссия из представителей всех заинтересованных сторон определит другое место для постройки храма и воскресной школы. Депутатская комиссия выедет также в станицу Гастагаевскую, рассмотреть пожелания станичников о благоустройстве территории вокруг станичного парка. Серьезный вопрос прохождения на курорте призывной кампании. На сегодняшний день 740 человек у нас оповещено. Значит, на призывную комиссию у нас как план по норме составлен, допустим, 30 человек, плюс-минус, естественно. Вот, у нас все это выполняется на сегодняшний день. У нас призывно 11 комиссий за октябрь месяц. 246 человек вызывалось на призывную комиссию. По 233 вынесено решение. О призыве, либо об отсрочке. Норма призыва в Анапе выполняется. Из запланированных 183 уже призвано в ряды российской армии 156 человек. Много ребят, которые мы планировали, что они будут обучаться в высших учебных заведениях, которые 11-классники. Много ребят, которые мы планировали, что они будут заканчивать техникумы. Они сейчас приходят, пишут заявления нам. Вот, допустим, 11-классники вот на призывной комиссии. Смотрю, 97-й год. Лично отсрочка президентская у него была до 1 октября на поступление. Приходят, как ЕГЭ сдал, нормально сдал, сколько баллов, там 180, допустим. Почему не поступаешь? Хочу сначала служить, потом хочу учиться. Престиж воинской службы повышается, однако уклонистов немало. На сегодняшний день в долговременном розыске находится 285 анапчан. Правда, уклоняться им теперь себе дороже. Обратившись в военкомат за получением военного билета, молодые люди, которые не исполнили воинскую обязанность гражданина без законных оснований, военный билет не получат. Соответственно, путь к государственной службе или в ряды правоохранительных органов им будет закрыт.